Привет всем. Вот такой узор сегодня увидела в интернете. Видеоролик был на иностранном языке. И я прочитала в комментариях, что сожалеют вязальщицы, что не на русском, что не могут разобрать, понять. Вот хочу его показать, как он вяжется вам. Формируется узор на изнанке. Первую снимаем, одна платочная вязка идет, и вот 4 лицевых, 3, 4 накид, 3, 4. Почему я вам говорю все лицевых? Господи, даже на изнанке формируется узор. 4 изнаночных накид. 4 изнаночных накид. Как я все время вас хочу запутать? Или сама невнимательная? Накид. И последние 4 изнаночные и накид. И покажу, как делается узор на лицевой стороне. Вот. Это у нас платочная идет. Последняя изнаночная. Первую я снимаю, как привыкла, так и не изменяю себе. Так и вяжу всю жизнь. Это у нас платочная идет. Накид снимаем. Первую не провязываем, снимаем. 3 провязываем лицевую. 1, 2, 3. Которую первую лицевую не провязывали, перекидываем через 3 лицевых. Накид снимаем. Эту не провязываем. 3 лицевых провязываем. 3. Первую лицевую протягиваем через 3 петли провязанных, снимаем накид, лицевую не провязываем, 3 лицевых провязываем и первую протягиваем. Она свободная за счет накида получается. Неправильно, ребятки, я вам показала. Извиняюсь, забыла. Неправильно, потому лицевую надо перед той лицевой, которую мы в изнанке делали, ее надо провязать. Извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Сейчас исправим все. Сейчас все исправим. Угу. Это я распущу то, что напортачила вам. Угу. Потому что у нас же убавятся то петельки. Ну, как помните, что мы здесь накид сняли, делаем накид, эту не провязываем, 3 провязываем. В дальнейшем понятно вам будет, не переживайте. Вот так протягиваем, делаем накид. Ну, помните, что мы здесь скинули накид. Лицевую первую не провязываем, 3 провязываем лицевых. Непровязанную лицевую протаскиваем через все петельки. Оно легко делается. Опять накид. Тут тоже мы сбросили уже накид. Много я провязала. 1, 2, 3. Провязали. Первую протягиваем, протаскиваем через все лицевые. Накид. Этот накид снимаем. Петельку тоже снимаем не провязанную, 3 провязываем. И первую лицевую протягиваем через все 3 петли. Вот так вот оно получается. Вот так вот видно, наверное. И оно, главное, не подтягивает ничего. Такой интересный узорчик получается. Это у нас предпоследняя идет чулочная вязка. Последнюю я всегда вяжу изнаночную. Ну вот сейчас 2 ряда свяжем, еще закрепим узорчик. Вот изнаночные все в изнаночном.
Надеюсь, что вам все понятно и видно. Все разберете. Сейчас закрепим. А то я вам там вас запутать хотела. Сама запуталась. Так, это у нас чулочная. Ну, так в видеоролике было там две. Вязались чулочные. Чтоб, видно, понятнее узорчик был. Первый я снимаю. Это у нас как чулочная, все лицевые. И будем формировать узор в изнаночном ряду. Узорчик получится, как сказать, от пряжи будет зависеть. Потоньше пряжа будет, узорчик будет понежнее. Потолще пряжа, покрупнее узорчик будет. Так, ну вот начнем формировать, закреплять. Первую снимаем. Это мы чулочная вязка. 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4 накид. Еще 4 изнаночных. Накид. 1, 2, 3, 4 изнаночных, накид. 1, 2, 3, 4 накид. 1 петелька чулочная идет. И последняя изнаночная, как всегда. Ну вот, еще раз покажу, чтобы уже понятно было. Вот такой узорчик получается. Накид. Накид снимаем. 1 петля у нас из 4 не провязывается. 3 провязываем лицевой. Первую протягиваем через все лицевые. Накид. Накид снимается. Петелька снимается, не провязанная первая. Вторую провязываем. Третью провязываем. И четвертую провязываем. Первую протягиваем через все лицевые. Накид. Накид снимается, не провязывается первая. Вторая провязывается, третья провязывается, четвертая. И первую протягиваем через 3. Так, накид. Накид снимаем. Петельку снимаем первую, вторую лицевую провязываем, третью лицевой, четвертую петельку лицевой. И первую протягиваем через все. Так вот. Такой вот узорчик. Он простой и оригинальный. Видите, он и ажурный получается. И вяжется легко. Ну вот изнаночный ряд изнаночными весь провязываем, лицевой провяжем тоже весь лицевой. Хозяйничает, бабушке помогает, шторки ей вешает. Бабушка у нас старенькая, плохо ходит, приболела что-то. Вот внучка ухаживает за ней.
Ну вот. Показываю вам еще разочек. Опять стойку эту долбанула. 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4 накид. 4 изнаночных. Опять дверь скрипит. Накид. 4 изнаночных. 3, 4 накид. 1, 2, 3, 4 накид. Ниточка у меня 50% бози-пух, 50% акрил. Первую снимаем, это у нас чулочная. Делаем накид, накид снимаем, лицевую снимаем, 3 лицевых. Весь ролик будет скрипеть эта дверь. Снимаем. Снимаем тоже 3 лицевых. Первый протягиваем так через 3. Накид снимаем. Лицевую снимаем, 3 лицевых. Так, протягиваем накид, снимаем. И лицевую снимаем, 3 лицевых провязываем. Первую лицевую протягиваем через 3 провязанных. Вот так вот. Так. Вот такой узорчик получился. Видите? И несложный, и оригинальный. Ну ладно, надеюсь, что вам все понятно. Хоть я вначале хотела запутаться, хотя и запуталась, и вас запутала, но мы все исправили. Вот такой узорчик. С тоненьких ниток вообще, мне кажется, нежно будет смотреться. Я не пробовала вязать. Потом попробую и быстро. Ну ладно, до следующих встреч. Буду рада, если кому понадобится этот видеоурок. До свидания.